yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Спасибо огромное. Друзья, что ж, всем самое доброе утро. Сегодня битломаны всего мира достают свои гитары, пластинки и старые проигрыватели и напевают любимые мелодии знаменитого ливерпульского квартета. Потому что сегодня Всемирный день Битлз. И один из ярославских поклонников группы сегодня у нас в гостях. Это музыкант Андрей Селивко. Доброе Андрей, утро. Доброе утро. Да. Здравствуйте. Сразу такой вопрос. Как вы заболели битломанией? Помните ли в этот момент, что с вами-то случилось? Помню, совершенно четко помню. В 70-м году в пионерском лагере я услышал по радио, трансляция была, песню, какой? Которая меня взволновала, которая меня подняла, и я летал. Оказалось потом, что эта песня «Обладай, облада» на русском языке в исполнении веселых ребят. Вот первая встреча с музыкой Битлз. Позже стали выходить пластиночки, маленькие миньончики, советские. Там было несколько песен. Появились записи. Шестые, седьмые, восьмые перезаписи на бобинах, на магнитофонных. Зачастую конца концерта не было. Почему? Потому что они были короткими. А некоторые альбомы были подлиннее. Вот. И если там была слышна тарелочка, то считалось, о, это классно. Пластинки появились позже, когда уже стали мы студентами. Вот. Мы организовали группу в 9 классе с моими двумя товарищами. Вдохновившись наверняка, да, Битлз? Уже вдохновившись, мы учились в английской школе, мы выписывали газету Moscow News, и это был праздник, если там печатали ноты со словами «Битлз». Эта газета скупалась, хранилась. Какие-то уже были фотографии. Мутные такие, там непонятно, кто там, Лена или Маккартни. Но это в бархатной коробочке хранилось нами очень бережно. И вот уже будучи увлечены «Битлз», еще «Шокинг Блю» и «Криденс», мы организовали в 9 классе группу. Угу. Вот. И эта группа просуществовала еще до студенчества. И в основном репертуар битловский был. То есть вы играли, по сути, их песни или такой стиль? Играли их песни. Прямо своего песни не сочиняли, играли их песни. Вот. Потому что это была певческая музыка. Музыка была веселая, задорная. Я бы даже сказал, что Битлз преломили американский ритм и блюз и своим посредством дали его Европе и нам. Вот. А в чем вообще вот момент, когда все это происходило, да, то есть в чем их секрет? Почему так случилось? Почему люди так отреагировали на них? Были и другие группы в то время. В Англии, в Европе было масса других групп. Вот. Но, во-первых, два таланта, больших таланта вместе. А в других группах, как правило, был один лидер. То есть умножайте на 10, на 100. На... А два таланта, на ваш взгляд, это кто в группе Битлз? Леннон и Маккартни, прежде всего. Вот. Хорошо. У каждого из которых был музыкальный талант. А вместе, знаете, такое есть в физике явление резонанса. Mm-hmm. Когда по мосту шла рота солдат, и все в ногу, мост разрушился. А вот здесь, когда два таланта объединились, получилась великая музыка. Причем они основывались на певческой традиции. Да, это был ритмы были, это были барабаны, это был рок, рок-н-ролл, вот. Но
были еще и песни. Очень много красивых мелодий. Десятки и даже, ну, две с лишним сотни. А как много места в вашем репертуаре они занимают вот в наши дни? В наши дни? Ну, в основном, конечно, это «Битлз». Еще есть песни Маккартни после битловского периода. Есть одна песня Леннона. Вот. Ну, есть и масса других песен. Есть группы, сейчас я не хочу их перечислять, сегодня не об этом речь. Вот. Но в основном... Но «Битлз» вы верны остаетесь. Да. После того, как я посетил 3 года назад в Олимпийском концерт Маккартни, я заболел уже исполнительством. Было в молодости, потом был период, когда я вообще не играл, занимался наукой. Вот. А последние годы... Вот, этот концерт меня вдохновил, и я стал снова играть, исполнять, записываться. Жаль, что вот поющих у нас мало в Ярославле. Мне бы хотелось, конечно, многоголосие, потому что «Битлз», их потенциал прежде всего в певческой музыке. На 80% «Битлз» — это пение. А вот, может быть, какую-то, то есть, помните куплет, какую-то песню, в которой это раскрывается наиболее ярко вот сейчас? Мелодия-то. Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. A girl, girl, girl. Then I think of all the times I tried so hard to leave her. She will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me and I believe her. After all this time I don't know why. A girl, girl, girl. She's the kind of girl who put you down and friends are there you feel a fool. T-t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 -
She told that she was young, that fame would lead to pleasure. Did she understand it when they said that a man must break his back to earn his day of leisure? Will she still believe it when he's dead? A girl. Вот масса таких песен, которые имеют яркую мелодию. Конечно, ее нужно исполнять не одному. Здесь есть хорошая партия второй гитары. В припеве есть еще два голоса. И, ну, вот. Ярче звучит все это вместе. А ну, если уж мы заговорили о наших днях, да, то считается, что Битлз остались верны такие люди достаточно консервативные, да, те, у кого молодость связана с этими песнями, и что молодежь этим интересуется. Вы согласны? Не совсем согласен. Когда в 2002 году я был на концерте Маккартни, а Маккартни на концертах исполняет примерно 75% битловского репертуара и 25% своего. Вот. Значит, я стоял где-то за мавзолеем. Ну, ближе, билеты дороже. Вот. И вокруг меня битком стояли люди от моего возраста до 17-летнего возраста. И я удивился, что они не только знают всю эту музыку, слова, они все подпевали. Это было такое единение. Вот. Но, правда, они приехали со всех сторон, со всех городов, так что это неудивительно. Есть среди молодежи представители, которые любят, которые слушают это дело, но вот исполняющих молодых песни Битлз у нас в Ярославле нет. Ну, вы исполняете, и сегодня это было здорово. Вы сказали нам две песни. Очень классно, да, и как бы надеюсь, что это вдохновит тех, кто нас смотрит, и, может быть, молодежь в том числе, чтобы они тоже играли. Да, может быть, придут, и, может быть, мы с ними споем. Да. Певцы нужны мне очень. Спасибо огромное вам, что пришли к нам в гости. Вам тоже большое спасибо. Друзья, мы продолжаем эфир на Первом Ярославском.